А в Хмельницкой области президент представил нового губернатора Вадиму Лозовому, 47 лет. До этого назначения он работал замом гендиректора сети строительных гипермаркетов «Эпицентр», возглавлял в облсовете одну из депутатских фракций под названием «За конкретные справы». Предшественника Лозового Александра Корнейчука, который руководил областью с апреля 2016 года, Порошенко поблагодарил за работу. В отставку он подал 17 мая, теперь будет работать советником президента.